мы не можем играть без читов. Детям то, что мы криворукие и так далее, и так далее. На самом деле просто не умеете ездить и чистые автоматы-дрочеры. Не признающие ручную коробку и не умеющие на ней просто играть. Она дает то побольше преимуществ, чем автомат, который еле разгоняется. От того и но, видите, откуда нас. Откуда мы так ускоряемся после того же аута кого-нибудь. Автомат вот так разгоняется. Первая, докручу до максимальных, вторая, докручу до максимальных, третья. Он до 140, и только потом идет четвертая. Это очень сильно тормозит разгон машины. Врубаем третью, потом уже четвертую. Ускорение максимальное. И какие тут читы, объясните, товарищи. Теперь с вашей стороны ждем пару роликов о том, что вы не используете трейнеры на азот.